people, good morning. Что я хочу вам сказать? Мы вчера погуляли, пришли и уснули в 9 часов вечером. По-нашему это было 3 часа дня. Нас это не останавливало. Сейчас мы пойдем на завтрак. Тело офигенное. Я чувствую легкость. А если честно, то вообще очень сильно прижимает к земле. Выживаем! Вот, я проснулась сейчас, вот, 8 утра. Итак, у нас завтрак. Я взяла йогурт с медом, там какой-то фрукт, персик и чай с молоком. И у них какая-то шняга. Я сейчас пробую вот этот фрукт. Горький какой-то. Не, они очень сладкие. Мы покушали, сейчас едем в зал размяться. Королева танцпол. А мы идем на тренировочку. Зал. Снаряды не очень, так что мы просто размялись. Здравствуйте! Мы прошли первую нашу тренировочку сегодня. Если честно, было тяжело. Отвратительно еще. Прошли мы ее, конечно. Ну, мы так вообще, типа, просто размялись. Поначалу было очень тяжело. Вообще, спина просто застоялась максимально. Хотелось еще спать. Спать, состояние потому непонятно. Что у нас 5 утра получается. И я делала бревно, как будто бы во сне. То есть я ходила, реально не понимала. Ну, под конец, кстати, мне стало получше. Завтра у нас в хорошем... ну этот зал был такой не очень, на самом деле. Вот, завтра мы будем... Подиум тренинг у нас будет. И хорошие снаряды там будут. Вообще, я очень рада, что я в Корее. У меня была мечта побывать в Корее, и вот я здесь. Надеюсь, завтра уже будет тело получше, потому что мы сегодня размялись. Тело слабое, но после перелета это понятное дело. Вообще, акклиматизация. У меня еще перед тренировкой заболел живот, знаю чего. Мальчики пошли на подиум тренинг. Мы решили зайти в магазин, купить попить. Но здесь просто карта Apple Pay почему-то не принимает. Смотрите, как прикольно. Не знаю, прикольная картина какая-то. Нас отправили одних идти до гостиницы, но что-то я немножко сбилась с пути. Девочки надеются на мою интуицию, надеюсь, она не подведет. Итак, мы в поисках магазина, мы зашли еще в 2 магазина, но у них просто не принимают, у них есть Apple Pay, но у них не принимают наши карты. Мы сейчас бежим на обед, потому что он закончится через полчаса, а мы как топтушки. Да, Пась? Блин, посмотрите на эти картины, я вообще... Все, мы бежим на обед, потому что очень сильно хочется есть. Так, мы пришли на обед, ничего почти не осталось. Я взяла креветки и салат. Пась, тут тоже микс какой-то вермишельный. Всем привет! Мы помылись и сейчас пойдем, наверное, в магазин. Сходим в торговый центр, потому что сегодня работают магазины. Потому что, как я сказала, нас не принимает нигде карта. Поэтому пойдем, найдем там банк. Итак, мы гуляем, ищем торговый центр. Нам сказали, идете прямо 2 километра и справа увидите торговый центр. Мы ничего не видим, но мы видим море. Шли и пришли к морю. Море, море. Дай без до. А! Тут пауки. Я пойду.
Ладно, пошли посмотрим. Это торговый центр. Посмотрите на эти фрукты все просто. Мы зашли в продовольственный магазин. Здесь на самом деле все интересное, но все такое маленькое. И у них столько быстрой еды. Вот, всякой разной. Просто. Вот реально, на этой пище посидишь и сама станешь как пухлик. Сейчас, мне кажется, мы в типичной Корее. Не пройти, не проехать. Всем привет, мы пришли, поужинали. Всем пока. Good morning. У нас очень доброе утро. 8 утра. Мы идем качаться в зал. Мы легли в 10 вечера. Я проснулась в час ночи, потом в 5, потом в 6. Потом вот в 6 уже тяжело было уснуть. Вы поняли, как кричать? Посмотрим интеллектуальную программу на корейском. Мы пришли в качалку покачаться, размяться, чтобы на тренировке быть такой размятой чуть-чуть, так что я чуть-чуть походила, потому что мы вчера очень много походили с Дашей. Поэтому я сейчас просто разомнусь. Ну, потому что, да, обсирается мое тело. Я, короче, решила попробовать такую штучку. Вообще я знаю, что это антицеллюлитная, но она очень круто разминает вообще. О, так вообще кайф просто. Мы размялись, и мы идем на завтрак. Потом отдыхаем, и потом у нас тренировочка. Всем здравствуйте. Мы собираемся на пробование. Я буду вот в таком сегодня тренироваться, купальнике. Он от Gym Body. Спасибо вам большое. Мы уже накрасились, сейчас я делаю себе прическу. Через полчаса мы выходим на тренировку. А девочки будут в розовом купальнике, вот в этом. Купальнике я буду вот в этом. Я думаю, ничего страшного, что я буду в другом, потому что мне в этом покомфортнее будет купальники. И, кстати, у меня остается очень мало памяти на GoPro, поэтому мне придется сегодня купить еще симку, потому что я не хочу удалять материал, который здесь еще есть, доминварен. Погода сегодня хорошая. Наверное, после тренировки мы опять прогуляемся до моря. Собрались мы такие в Голливуде. Все, едем на тренинг-пати. Тренинг-пати. Вот наш выступательный зал. Такой вот. Так, местечко сидит. Как цирк. Бревнышко. Маша залезла на бревно. Идет комбинация. Маша, ты куда потихоньку пошла? Потренируемся сейчас. Я чувствую себя Никитой Нагорным. Так, все, Лен закончила тренировку. Как ваши ощущения? Сначала меня просто дико трясло. Я начала очень сильно нервничать. На бревне, мы начинали с бревна, потом было непонятно распорядок, что вообще как. А брусья в конце я сделала комбинацию. В общем, брусья мне очень понравились больше всего. Вот. Нормально, в принципе. Думаю, завтра будет хорошо. Завтра у нас еще брусья и вольные, да? Да. Топ. Просто. Топ. Вот такой зал. Да. Ничёшный, короче. Как ты попрыгала? Да, первый раз я легла спать на бочок. Второй раз. Как объяснить? Коленочки согнула, ножечки в стороны, хоп, а на спинку как его ляжет. Вот, и соболовинка вроде ничего, пойдет. Нам туда все снаряды нормальные, только вначале я очень нервничала и все. Да, и очень по вам было видно, что вы суетные, очень хотели все сделать так вот, суетило. Потому что меня начали торопить, я начала нервничать, и все, и как ком пошло. А к брусьям я успокоилась. Мы, наверное, сходим прогуляться. 5:30 качалка. Так, всем здравствуйте. Со мной никто не захотел идти, поэтому я одна. Погода супер. Вот, мы ходим в шортах. Мы вчера быстро просто пробежались, толком ничего не посмотрели. А сейчас я посмотрю. Тут, конечно, все как будто детское, я не понимаю просто. Ну, знаете, у нас есть такие грани, что там все яркое, такое мультяшное, это как бы для детей. А все строгое такого цвета, это для взрослых.
смысл. А здесь вы все яркое, все какое-то мультяшное, и как бы для взрослых в том числе. Вот это улица магазинов, которую я снимала вчера, показывала. Я, короче, решила не покупать сим-карту, просто, ну, не хочется тратить лишний раз деньги на это. Я решила, что я просто материал перекину на телефон, видео, на камере удалю и все. И потом я просто все равно монтирую на компьютере. Такая красота. Там море уже. Еще здесь так ярко. На самом деле корейцы, они даже не скрывают, они просто пялятся, идут пялятся вот сколько им надо. Вот сколько им надо посмотреть, столько они на тебя и посмотрят. Это немножко смущает, потому что, ну, даже если тебе сильно хочется посмотреть как-то, можно это делать незаметно. Здесь, кстати, очень странно работают светофоры. Не как у нас, допустим, куда движение, да, туда и пешеходный открыт параллельно. То здесь они по очереди, каждая улица пешеходная работает по очереди. То есть вы представляете, сколько надо стоять ждать, чтобы загорелся зеленый свет. Хорошо, что я вышла, прогулялась, не сидела в номере, потому что я не люблю приезжать в другую страну и сидеть в номере. Да, у тебя соревнования, надо готовиться. Может быть, у тебя не будет возможности больше побывать в этой стране. И как-то надо время использовать по полной, я считаю. Сейчас я погуляю, а вечером буду отдыхать, готовиться к соревнованиям. Хэштег Лена, видеоблогер. Привет, народ! Всем пиз, всем мир. Сейчас мы идем в зал. Зарядочка, разминочка. Потом отдыхаем. И потом компетишн. Почопали чебурашечки. Сейчас я снимусь. Я вообще растянутая. Вася. Короче, мы сейчас пойдем на обед. Я хочу покушать мясо. Сейчас 12 часов. Мы должны быть в зале с Дашей в 2:30. А Вася поедет в час на тренировку. Всем привет! Мы собрались на соревнования. И сейчас мы пойдем пешочком в зал. Есть автобусы, которые ходят каждые полчаса, но мы решили, что мы прогуляемся. Пожелайте нам удачи. Пришли в зал. Сейчас будет разминка, так что я не смогу ничего заснять. Будем разминаться. Сегодня были соревнования на вольных и брусьях. Выставила я не очень. Я сделала вольные. Мы начинали с вольных. Я их сделала, но приземление... Я вышла за ковер один раз. И на два винта в конце плохое приземление было. А брусья я упала. Шапка с поворотом. А так комбинация была, в принципе, хорошая. Очень... обидно просто за себя. Но мне, правда, очень тяжело восстанавливаться. Возможно, это результат моих тренировок тоже. Кстати, Даша выступила хорошо. Она, по-моему, 4-я на вольных и 3-я на брусьях. Люди от меня ждут меня и ждут от меня результатов. Из-за этого увеличивается ответственность огромная. Это не только за себя, а за людей, которые за меня болеют. Обидно, что я подвела этих людей. Все, пожалуй, я закончу это видео. Всем спасибо за поддержку, кто писал. Я благодарна, правда. Всем пока. Всем привет. Собрались, идем в зал. Вот, погода сегодня хорошая. Летит солнышко. Пася уже в зале разминается. Сейчас проходит разминка на прыжке. Пася прыгает первая, в первой четверке. Всего 2 четверки. Потом будет бревно. Так что мы сейчас сидим, ждем. Мы размялись. Пройдет прыжок, и потом построение на бревно. Я во второй четверке. Итак, что могу сказать? Закончились соревнования. Я 5-я на бревне, Вася 4-я на прыжке, и Даша 6-я на бревне. Я упала с бревна, Даша тоже, и Пася упала на прыжке. Грустненько. Соревнования прошли неудачно для нас. Ничего страшного, будем двигаться дальше, работать. Я больше снимать не буду, потому что закончилась память. Особо нечего будет снимать. Сейчас мы идем на банкет. Ну, там просто ужин, наверное, скажут там спасибо, что приехали, и все. Едьте обратно, спасибо вам. Всем спасибо за просмотр, и всем пока.